Настоящая ракета взлетит в небо в Красноярске. Такого в Сибири еще не было. Национальная космическая компания, которая занимается развитием частной космонавтики в России, решила это исправить. Реактивный двигатель, в разработке которого участвовали студенты, готов к итоговому испытанию. Подробности у Юлии Рядчиковой. Вот это вот логотип НКК. Палатка. Ракета-носитель, созданная частной сибирской космической компанией, взлетит в воздух уже совсем скоро. Обывателю может показаться, звучит как фантастика. Но это красноярская реальность, рассказывают в Сибирском государственном университете имени Решетнева. Главная деталь – двигатель – уже доработана. Его хотели испытать на днях, но планам помешал шквалистый ветер, который сорвал военные палатки и испытательный стенд. События перенесли на начало апреля. Впрочем, двигатель уже проходил тестовые испытания в конце прошлого года, прямо на глазах студентов и преподавателей. Инженеры решили отправить его на доработку. Особенность двигателя, как и будущей ракеты, кроется в технологии изготовления. Он напечатан на 3D-принтере. Такого в России еще не делал никто. Разработкой идеи и ее воплощением занималась Национальная космическая компания. Когда я рассказываю про легкие ракеты-носители, у меня есть такая тема, что вот почему там в Индонезии запускают, допустим, ракету, которую шлепают на 3D-принтере, почему у нас такого нет? Ну, это такой риторический вопрос. Для того, чтобы это было, нужно просто двигаться в этом направлении. Но с точки зрения государственной подготовки, это должно быть что-то солидное, большие лаборатории, изменения программы. А с Национальной космической компанией все очень просто. Они говорят, а мы готовы сделать. Значит, мои студенты участвуют в этом вопросе от изготовления до испытаний. И видят это не просто, мало что преподавать сказал, они видят, это готовая вещь. Суперлегкую ракету собрали в Новой Зеландии, запустили еще в 2017 году. Этот запуск стал первым в мире. С тех пор такие модели стартовали редко. Слишком дорогостоящее удовольствие, рассказывают ученые. Во всем мире такие ракетоносители запускают только частники. В Сибири такого прецедента еще не было. Национальная космическая компания станет первопроходцем. Огневые испытания двигателя – первый шаг до дальнейшим полетом к звездам. Сейчас инженеры подходят к следующему этапу. К созданию ракеты-носителя «Сибирь». Это ракета легкого класса, которая будет обеспечивать устранение дефицита потребности рынка в запусках ракет, потому что Роскосмос имеет свои задачи, выполняет свои функции, но растущие потребности рынка не смогут обеспечить доставку на орбиту спутников большого объема, потому что наша спутниковая связь будет в скором будущем. А связь, которую используют сейчас с помощью вышек, она уйдет в прошлое. Мы будем первой компанией частной, кто достиг космоса. Новые ресурсные огневые испытания пройдут через пару недель, говорят в Национальной космической компании. Их итог – доработанный испытанный двигатель для второй ступени Сибири. Ракета-носитель будет не только доставлять спутники на орбиту, но и обслуживать их. Для запуска даже не нужен космодром. Ракета способна взлететь с любой точки Красноярского края. Первый пробный запуск должен пройти уже в июне 2022 года. Параметры примерно такие же, как у бутафорского экспоната ракеты «Космос» у здания Сибирского аэрокосмического университета. Его грузоподъемность около 1 тонны. Юлия Рядчикова, Станислав Смирнов, 7 канал.